В реестре доверенных лиц Владимира Путина сейчас значится свыше 400 фамилий. Сегодня стало известно, что в список включен мастер-наладчик автоваза Владимир Держак. Напомню, доверенными лицами президента уже стали трое самарцев. Многодетная мать и блогер Мария Комкова, директор инклюзивного клуба добровольцев Алексей Транцев и герой России, почетный гражданин области Александр Баранов. Последний сейчас возглавляет Союз генералов Самары. Мы военные люди, и я отношусь к категории военных людей. Мы избираем не только президента России, мы избираем верховного главнокомандующего, который будет отвечать за безопасность нашего государства. Одна из задач, чтобы вот с нашим участием, ветеранской организации, мы как можно больше все-таки вложили в души самарцев необходимость участия в выборах.